Шел 1267 год. В воздухе чувствовалось приближение войны. Могущественная Нильфгардская империя бросала алчный взор на соседние королевства Севера. Перед лицом угрозы их правители провели встречу, подписали декларации о братской взаимопомощи, заключили союзы, затем воодушевленные разъехались. Одной из них была Мэва, королева государств-близнецов Лирии и Ривии. Вы слыхали о ней? О ее красоте? Еще бы. Только знаменитой она стала благодаря не внешности, а упорству и отваге. Так о чем это я? Ах да, кортеж королевы был уже в нескольких днях пути от столицы, когда вдруг объявился граф Колдуэлл. В отсутствие Мэвы он должен был помогать ее сыну, юному принцу Вильяму, править королевствами-близнецами. Колдуэлл был измотан быстрой ездой. На кончиках его усов собирались капельки пота, а шея была истерта накрахмаленными брыжами. Мое почтение, королева. Рад видеть вас в добром здравии. Переговоры прошли плодотворно? Да, обменялись письмами, подписали бумаги. Ценность этих бумаг покажет время. Однако довольно церемоний, Колдуэлл. Говори, что случилось. Вряд ли тоска тебя так измучила, что ты решил приехать ко мне. Да, Ваше Величество, в самом деле. Бандиты, эти кобели и спаллы, с которыми я должен был разобраться во время вашего отсутствия. Спокойно, Колдуэлл. Сделай глубокий вдох. А теперь говори точнее. Что именно произошло? Я отправился по их следу, как вы приказали, госпожа. Мы шли за ними по пятам неделями, пока лазутчики не обнаружили лагерь кобелей в лесах под Локереном. Но нашли только пустые шатры и чучело вокруг костра. А пока мы ждали сумерек, бандиты обошли наши позиции... Что? Орлиный ручей? Там же разместились сборщики подати. Как? Неужели все золото... Похищено, Ваше Величество. Но, клянусь богами, я сделаю все, чтобы его отыскать. Если вы того желаете. Я провела месяц в седле и желала бы всего лишь принять горячую ванну и выспаться в собственной постели. Я лично займусь этим делом и буду командовать твоим отрядом, Колдуэлл. А ты пошли гонца в Орлиный ручей. Пусть подготовится к прибытию королевы как следует. Видишь, Рейнард, я говорила, что так и будет. Мой сын не был готов управлять целой страной. Должен признать, что принцу Вильяму предстоит еще многому научиться. Да. И у него мало времени. Бандиты едут. Милку они на огне поджаривали, чтобы открыла, где золото зарыто. Thank you.
Граф Колдуэлл ехал во главе колонны, внимательно глядя по сторонам. Хотя был он уже в годах, зрение его обычно не подводило. Не подвело и сейчас. Ваше Величество, там за деревьями бандиты! Солдаты из отряда графа плохо знали королеву и попытались загородить ее. Королева, однако, тут же растолкала их и помчалась с диким криком прямо на разбойников, подняв над головою меч. Вперед! В атаку! Чем проща хороша, ее спрятать легко. Нападать на королеву? Какая наглость! Ваше Величество, солдаты ждут, когда вы поведете их в атаку. Хранители этих земель. Они пойдут за вами в огонь, госпожа. Скажите только слово. Я научу вас уважать корону. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Тревога! Нас обстреливают! Ага.
Веди себя достойно тебе. Да? Ха-ха! Кобели уже поджали хвосты! Мы выиграли! Трубите победу! Битва еще не окончена. Лучше поберечь силы. Занять боевые позиции! Защитить королеву! Доспехи их не спасут. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. Надо было слушать мою бабу. С 20 шагов. Поздравляю с очередной победой, Ваше Величество. У разбойников не было шансов. Так, видно, и впрямь все вышло из-под контроля, сказала Мэва, скрестив руки на груди. Раньше они не грабили на главном тракте. После нападения на сборщиков податей они, должно быть, обнаглели. Оправдывался Колдуэлл, избегая гневного взгляда владычицы. Довольно, Колдуэлл. Пора с ними покончить. Вперед! Королевская свита отправилась дальше. Обожаю этот вид. Да. Лирия — жемчужина севера. С красотой ее холмов и долин может сравниться лишь красота ее владычицы. После 3 недель в седле? Сомневаюсь, граф. Разобьем здесь лагерь. Солдаты отдохнут, а я устрою смотр.
Минутка отдыха? Да, но если у вас есть для меня новые приказы, госпожа... Вольно, Рейнард, вольно. Тебе не скучно сидеть здесь вот так одному? Поболтал бы хоть с... Благодарю за заботу, Ваше Величество, но я предпочитаю посидеть в тишине. Ты всегда был таким нелюдимым? А вот и нет, госпожа. В юности я люблю... Что же случилось? По этой причине едва не лишился головы. Вы не знаете этой истории, госпожа? Как я стал адъют... Нет, но охотно узнаю. Мне было 20 лет, когда я поступил на службу в армию. Благодаря происхождению мне сразу дали чин десятника. Но бывалые офицеры смотрели на меня сверху вниз. И мне непременно хотелось завоевать их расположение. И вот я начал делиться с ними своим мнением насчет решений короля. Этот манёвр... Что ж, Оригинальд не был выдающимся стратегом. Не зря его звали могучим, а не мудрым. Очень скоро я был арестован. Один из офицеров донес на меня. Это был военный трибунал, так что хватило четверти часа, чтобы признать меня виновным, но Оригинальд остановил экзекуцию и велел мне повторить, что я говорил о нем слово в слово. Я обливался потом, у меня ломался голос. Оригинальд слушал, слушал. А когда я закончил, он признал мою правоту и сделал своим адъютантом, сказав: «Такой башковитый парень под рукой». Что ж, может, сам он был не слишком сметливый, но я должна признать, он слушал советы тех, кто был... И тогда я поклялся себе в двух вещах. Во-первых, что перестану молоть языком, как болван. Во-вторых... И это тебе удалось. Знаешь, что он сказал мне за миг до смерти? Никому не верь, Мэва, только Рейнард. Спасибо за рассказ, Рейнард. Я начинаю думать, что Вильям и впредь... Ваше Величество, не будем спешить с такими строгими оценками. А значит, он достиг зрелости и должен Я оставила его одного на несколько месяцев. Может, статься есть обстоятельства, как... Поверь, хотела бы я, чтобы так и было. Может, у Ансима... Мне пора. Чем я вам подати плачу? Чтобы меня бандиты на главном тракте обирали? Если б не дорожные предписания, поехал бы в объезд через Содден.
О, боги! А это что? Трупоеды. Их приманил запах крови. Не позволю чудовищам хозяйничать на моих дорогах. В атаку! Туман посреди дня в такую жару? Неужели какие-то чары? Не исключено, граф. Будем держать ухо востро. Рейнар, что это? Призрак? Стрыга? Не знаю, госпожа. В первый раз вижу такое существо. Какие они есть, а как же? Так мы сапоги жмуть! Этих трупоедов я знаю. Прошлой весной они полезли на мои земли запавшими овцами. Они не опасны, пока не обожрутся. После в них большая сила пробуждается. Выглядит устрашающе. Но кровью они истекают так же, как и люди. Вперед! Бей тварей! Доспехи их не спасут. Хорошо, что мы их прогнали, прежде чем они насытились. От севы и до жнива не каждому быть живу. Госпожа, новые идут. Отъелись. Нехорошо, Ваше Величество. Ох, нехорошо. Лирия! Дьявол их возьми. Сильные, как валы. Ничего не боятся. Вот что делает с ними ярость, госпожа. Они теряют разум и не чувствуют боли. Видел я это уже. Госпожа, придется отступить. Мы уже не победим, но можем избежать новых потерь. Королева. Нет ничего постыдного в том, чтобы уступить, если бой идет не по плану. Мы должны победить. Отступать некуда. К бою! Смотрите, какая-то новая тварь.
Фух, как смердит! Где моя нюхательная соль? Достаточно одной стрелы. Ее величество исключительно. Бестии обречены. Мы победили. Уж столько мы дерева нарубили. Не сгодится ли вам на что, госпожа? Потому как, если да, то берите, сколько душа пожелает. Раз их кобелями зовут, так и надобно с ними, как с кобелями, обходиться. Видали вы их, нехари, госпожа? Рога, клыки, рыло! Будто из кошмара какого. Ваше Величество, усмирите этих разбойников, а то же страх в поле выйти.
Вскоре вместе с кортежем Мэва достигла Орлиного ручья. Солдаты ожидали королеву, стоя по стойке смирно под палящим полуденным солнцем. Ваше Величество, граф Колдуэлл? Вольно, сержант. Докладывайте. Мы согнали мужичье на площадь. Есть подозрение, что они помогают бандитам, но добром мы не смогли это у них выведать. Ваше Величество, велите привести палача. Он как петельку накинет, а мигом они разговаривают. Сначала я сама с ними поговорю. Ваше Величество, королеве не подобает допрашивать чен. Неужели? Корона с моей головы от этого не сва... Склоните головы! Ее Величество Мэва! Жальтесь, добродетельница. Мы люди простые. Встаньте с колен. Вы мои подданные, а не рабы. Мэва протянула для поцелуя руку с королевским перстнем. Но деревенщина, как видно, незнакомый с дворцовым этикетом, схватил ее ладонь и горячо потряс. Вот это да! Неужто мы перешли на ты? Возмутительно! Солдаты! Все под контролем, Колдуэлл. Госпожа, простите, неотесанные. Пустяки. У тебя крепкая хватка, а я уважаю сильных мужчин. Хельмер, сын Лемберка. Очень приятно, Хельмер. Я в отчаянном положении, мне нужна твоя помощь. И кто верховодит бандитами? Видали моего госпожа. Имени у него нет, только кличка чудная. Кобелиный князь. Надо же. Дворняга голубой крови. А он говорил... Любка, ты помнишь, о ком он говорил? Как его? Клейтон. Лорд Клейтон. Его владения лежат... Вели трубить в поход. Отправляемся тут. Госпожа, не обижайте князя. Он нам еды дал. Молчать, хамьё! Королева сказала свое слово. Ваше Величество, какие будут приказы? Отпустите их. Жатва в самом разгаре. У них работы не... Благодарствуем, госпожа. Будем молить матушку Мелителе, чтобы не... О себе помолись. Если я еще когда-нибудь услышу, что вы укрываете бандитов или лжете моим солдатам, я вернусь сюда и сожгу дотла все... Мэва растолкала крестьян по сторонам и галопом поспешила в направлении поместья лорда Клейтона. А жители Орлиного ручья и... Что происходит, Рейнард? Бандиты нападают на королевских сборщиков податей среди бела дня? Они заплатят за это.
Что это за грохот? Осторожно, камни! Стена рушится! Спасайся, кто может! Госпожа, укроемся за повозкой. Выдвинем ее вперед. И что теперь? Как вас мало! Подтяните, товарищи! Живо, живо, пока я добрый! Укажите мне цель. Арбалетчик, по вашему приказанию. Доспехи их не спасут. Повозка! За повозку! Сейчас же! Получилось. Спасибо, Рейнард. Стены монастыря рухнули. Должно быть, что-то повредило опоры. Или кто-то. Ну ладно, поехали. С противоположной стороны, тарахтя по мостовой, катилась груженная сеном телега. «С дороги!» — крикнул граф Колдуэлл, поднимаясь на стременах. «Дорогу королеве!» Крестьяне послушно съехали на заросшую крапивой обочину. Проезжая мимо повозки, Мэва заглянула внутрь и замерла. На сене лежал тяжело раненый мужчина. У него был жар. От его ноги, обмотанной тряпками, разило гнилью. «Боги, кто это с ним сделал?» — спросил. «Там вон, на востоке, под Задаром, старое хоронилище есть. От эльфов еще осталось», — продолжал крестьянин. «Ярополк там селки ставил. Вчера весь окровавленный воротился. Говорил, что какая-то баба с длинными волосами из могилы встала. На Косогор его везем, к добрым сестричкам Мелителе. Может, посоветуют чего?» «Наверняка», — сказала королева, хотя по виду израненного крестьянина королева свистнула, и ее кобыла пошла шагом. «Послать за ведьмаком, ваше величество?» — спросил Колдуэлл. «Один такой выродок в раз бы чудище убил». «Пока не поймаем бандитов, я никому не позволю отделяться от кортежа», — ответила Мэва. «Того, кто ослушается, схватят. Но если дорога приведет нас в окрестности Задара, может, я сама этим займусь». «Ваше величество, мы только что сражались с чудовищами и едва остались живы. Тут серебро нужно, магические формулы». «Или дюжина арбалетчиков». «До Задара едете?»
милый городок, только люди поганые. До Задара едете, милый городок, только люди поганые. Склонитесь перед богами, и воздастся вам. Мелителли нас всех хранит, потому и нам о ней забывать не стоит. Святилище Мелителле били колокола. Их было слышно уже от главного тракта. Мэва взглянула на Рейнарда. Сегодня какой-то праздник? Нет, обычный день, госпожа. Королева нахмурилась. Стекло разбитых витражей искрилось в траве. Повсюду летали перья из распоротых перин. Жрицы собрались на дворе. Они перевязывали пилигримов и ставили на место опрокинутые статуи. Теперь все ясно. Это бандиты подрыли стены. Ах, близятся тяжкие времена. Добрая мать нас об этом предупреждала. Ваше Величество, поворачивайте назад. Там нечистая сила.